острые, как соус чили. Новости в речитативе о России, о мире. СТ отдыхает гораздо дольше, чем я, поэтому в этот раз специальная гостья. Фондовые рынки снова обвалились. Сильнее всех, к сожалению, упал российский. Походу начинается новый финансовый кризис. Стремительно вниз двигаются индексы. Инвесторы продают рискованные активы. Цены на нефть падают, растет дефицит бюджета. Такая вот грустная получается картина. Последний месяц этого жаркого лета. Арест Тимошенко кому-то мешает, она конкретно, может, захотел от нее заранее избавиться нынешний президент. Красавица на миллион одевается, газовые контракты мутит и пытается запутать всех. Как истинная патриотка знает в украинском долг. Вот была арестована в Печорском суде в пятницу в неуважении, к нему подождем. Так дальше со всеми драками, акциями и протестами закрутится весь этот спор. Аншлаг на Крещатике, да вы что? Больше сотни журналистов, митинг у стены, не надо лишних слов. Чтобы понять, какая Тимошенко звезда, и к Украине питает любовь. Что происходит в толерантной Европе? Может, не все так хорошо и стабильно? А мы помним Францию в 2005-м поджоги. Теперь Британия разгорается быстро и сильно. В центре Лондона идут уличные бои. Казалось бы, таком богатом и таком безбедном. Но даже здесь, как оказалось, нижние слои пытаются призвать свои власти к ответу. Дело уже не в парне, которого убили полицейские Скотланд-Ярда во время операции. Главное, что провоцирует здесь насилие, непонимание между гостями и титульной нации. Разность культур и менталитетов, такую, как в Лондоне, вряд ли встретишь где-то. А политический, конечно, финансовый центр, но коренных британцев только 20%. Михалков Никита, мы вас раскусили. Вы главный защитник всех авторов России. И вы красиво в любую дыру без мыла. Никита, 1% где-то это было. Российский союз правообладателей, организация серьезная и влиятельная, отстояла свое право собирать налог 1% со всего, где видео и звук, со всех флешек, ноутбуков, чистых болванок, DVD, видеокамер, мобильных телефонов. Такой вот Росохранкультура сделала подарок. Один маленький процент Никите Бесогону. Вопросов много, почему именно он, а не тем, кто занимался этим всегда. Может, он просто с нужными людьми знаком, в отличие от общества по смежным правам. Они тоже претендовали на 1%, всего один, слышите? Маленький процентик, наверняка его хватило бы авторам всем, но вместо всех отдали одному Никите. Дино МС, СТ, лови на видео новости, какими вы их еще не видели.